24 октября в «Сириусе» состоится конкурс «Водитель года-2024». В нем примут участие водители общественного транспорта из разных уголков России, в их числе трое армавирцев. Конкурс – это отличная возможность проявить свое мастерство и поделиться опытом с коллегами из других регионов. Испытания проведут среди водителей автобусов трех категорий – малого, среднего и большого класса. Участники будут соревноваться в нескольких этапах. Первый – тестовое задание. Водителей проверят на знание правил дорожного движения. В практической части конкурса участники продемонстрируют свои навыки вождения на скорость и аккуратность. В деловой программе мероприятия обсудят комплекс вопросов, связанных с модернизацией и развитием транспортной доступности регионов. Марина Белова, Федор Факиров, служба информации, телерадиокомпании «Вита Армавир».